Батарея ракет с газом VX развернута для нанесения смертоносного удара по густонаселенному району бухты Сан-Франциско. Проверка склада боеприпасов. Мне это не нравится. Ты помнишь операцию «Буря в пустыне»? Эти точные попадания наших бомб, о которых сообщали во всех новостях. А все благодаря моим людям. 20 из них осталось гнить в окрестностях Багдада. Их семьи не получили пособия. Их похоронили без почестей, а ведь парни отдали жизнь за свою страну. Ложка этого дерьма на полу способна убить в радиусе 100 футов. Этот человек официально не существует. Его просто нет. Нам нужно узнать, как он сбежал со скалы. Мы не можем его выпустить. В известном тебе месте возникла проблема. На Алькатрасе находятся заложники. Заложники? 81 турист. Тебе удалось оттуда бежать? Да. Ты раздолбал же ты свою Феррари. Она не моя. И этот не мой. Осторожно, он тебя укусит. Ты никуда не пойдешь. Покажи на чертежах. Но как? Мои чипы же у меня в голове. Мощь этого химиката чрезвычайно велика. Поэтому вы идете с нами. Мистер Мейсон будет указывать путь. Поверьте, джентльмены, это самая серьезная в нашей жизни схватка с лучшим батальонным командиром Вьетнамской войны. Я не вру. Сделаю все, что смогу. Неудачники всегда ноют, что старались вовсю. Я запомнил интервалы. Добро пожаловать. Там 60-летний заключенный и лабораторная крыса. Все кончено.